Друзья мои, здравствуйте, Александр Амарок, а это игра Гильдия Третья. В общем, в связи с тем, что небольшие обстоятельства, записывал вторую серию, но не посмотрел, и в итоге она получилась косячной. В общем, я немножко, получается, что без вас поиграл, но мы поставили рыбацкую хижину, ухмыляющийся рыбак. Уже сюда наняли, маленько подпродали, взяли с вами следующий уровень, теперь мы с вами землевладелец. То есть можем с вами поставить чисто теоретически третье наше дело. Ну и займемся тем, что найдем себе невесту. Так что давайте будем играть дальше. В общем, вы немножко прям пропустили. Ну, не сказать, что прям критично, но немножко вы все-таки пропустили. Чего этот пацан так фонит? А, он гриппом болеет, понял. Понял. Слушай, что-то прям гриппует народ, прям целой толпою. Нифига себе. Эти гриппуют, достали, блин. Так, в общем, что-то мы, кстати, подпродали с тобой. Смотри, у нас 60 штук есть. Пускай делают. Ты иди-ка сюда. Тут что? Тут нет фруктов. Ну ничего страшного. Заходи. Бери. И тащи. Так, куда с тобой тащим? Чемсфорд. О, красота. Вьюга закончилась. Чемсфорд, это, по-моему, сюда. Наконец-то зима у нас кончается, потому что вот этот шум прям в ушах, это нечто, блядь. Это просто нечто. Блин, конечно, печально, что с одной серии так получилось, но, в принципе, вы сильно много не пропустили. То есть, я говорю, что мы поставили прям буквально второе производство, я думаю, что это не столько критично. Прям уж сильно-сильно, я думаю, это вас не должно прям сильно расстроить. Так, получается у нас... Я предположил, что где-нибудь вот здесь вот поставить еще одну рыбацкую хижину и продавать. По идее, вот здесь поток должен быть. Надеюсь, что прокатит здесь поставить ее. Потому что здесь, смотри, мы с тобой вот эту линию заняли. Есть шансы вот здесь где-то воткнуться. Поэтому мы сейчас продадим и попробуем с тобой еще одно производство поставить. Ну и займемся тем, что... Найдем себе невесту. Надеюсь, у нас с тобой это дело выиграет. Все-таки еще один член семьи. Во-первых, нам дети нужны, наследники. А то вот нам тут оповещение горит, что мы с тобой не суетимся вообще ни разу. Поэтому давай-ка подсуетимся по этому поводу. А, слушай, нет, зима не кончается. Просто вьюга кончилась. Но я думаю, она все равно потихоньку на нет уходит. Так, что там? Окунь копченый. 24. Нормально. Нормалек. I am busy, давай беги. Тут по 20. Нет, давай уж до 24 добежим. Я уж думаю, не такая большая проблема сейчас добежать будет. Тебе уж, в принципе, не так далеко-то и осталось. Так-то, слушайте, вполне интересная экономическая такая стратегия, в которую играть. Единственное, что вот я говорю, я в лайф-режиме хочу все отснять. То есть я бы мог, в принципе, все это дело и порезать для вас, чтобы это было более сжато. Но, с другой стороны, ведь прикольно же посмотреть все процессы, да, как в игре происходит. Да и, во-первых, ты смотришь, и чаечек, бутерброд, все дела. Можно покушать под мои видео, поэтому приятного аппетита тем, кто этим занимается. Ну и не забывай поставить лайк, написать комментарий. Опять война неизбежна. Да что ты, блин. Блин, нет, конечно, нам войны бы только не хватало с тобой. Надеюсь, нас с тобой не втянут в это, потому что у нас с тобой столько дел своих. А вот только войной сейчас заниматься. Ну, честное слово тебе говорю.
Раюем, давай тащи свою жопу обратно, Раюем. Слушай, да, смотри, потихоньку. Потихонечку, полигонечку, все-таки. Все-таки зима уходит на нет. Давай-ка попробуем, где-то здесь можно нам рыбацкую... Не, так себе. Не, тоже так себе. Да чё-то хрен знает. Вот это нормально. Так, то есть и здесь воткнуть нельзя. И здесь. Слушай, вот куда повозки фигачат? О, весна. 1408 год. Конечно, игра сохраняется куда без этого. Слушай, повозочки сюда тащат. Блин, ну с другой стороны бегать до ближайшего водоема. Но с другой стороны, пускай бегают, у них работа такая. То есть самый ближний это вот сюда, да? С другой стороны, ну и хрен с ним, пускай здесь встает. В принципе, дорога вот, все равно все по ней гоняют. Лесозаготовка здесь. Здесь вот дорога в деревню пошла. Слушай, а чё нет? В принципе, нормальное место. Я думаю, что мы с тобой не прогадаем. Пока я надеюсь на это. Так, чё там наш? Дошел, нет? Наконец-то. What is it? What is it? Yes? Ага. Не в браке. Горожанка, кстати. Have you something to offer me? 44 аж. Жена, правая рука. Смотрите, то есть все-таки прикольно. О, нормально. Так, давай-ка наймем. Сразу... двух. Уж на третьего. А, это перевозчик, не. Так, и чё, и мы тебе сразу сейчас дадим задание. Один это, а другой вот это. Потом поставим циклично. Давай, по 20... Так, хер с ним, пускай по 30 фигачит. Жалко, что ли? И вот это тоже по 30. Чё-то везде 20-20, здесь, да, по 30 поставим. Так, на склад, на лавку, на лавку. Пускай по 5. Так, ну все, сейчас они проснутся, начнут нам с тобой это дело... Это дело начнут нам с тобой делать. Так, тут у нас что? Тут у нас с тобой 18 осталось. А здесь что? А здесь 27. На Тауре можно по 21 продать. Так, ты что, собираешь, нет? Где ты вообще есть? Давай-ка мы тебя сейчас загрузим. What's up? Yes, sir. Certainly. Иди-ка сюда. Я тебя догружу. А, то есть так нельзя комбинировать, да? Ну, ладно. Good. Пошли на Тауэр сходим. Тауэр, ты где? Где эта башня? Вот она. You wanted to talk to me? Certainly. Сейчас мы с тобой подпродадим. Пока еще все спят. Соответственно, подпродадим. Проснемся. Третье производство. Еще тут, кстати, нам с тобой можно... Тут что, болотный корень, дикая роза. Так, а где здесь...
Так, это лесозаготовка. Блин, не вижу, а что тут? Тут нет, что ли, ни одного этого подлеска? Так, ну-ка. Травника. Кладбище. Где-то вот здесь она. Блин, я что-то ее в упор не вижу. Так, ну-ка, давай, пожалуйста, посмотрим вот наши с тобой рыбацкие хижины. То есть это вот на соседнюю... А, вот она, слушай. То есть здесь чисто теоретически можно тоже плодовое что-то поставить. А, слушай, а тут есть, смотри, домик плодовода. Ну тогда смысла нету. Так, чё там, где ты там? Вот, добежал практически. Сейчас давай подпродадим сразу. Так сказать, пока все спали, мы побегали с тобой. Так, по 21. Here I am. Here I am. Давай беги бегом. Cheese on toast. Работать. И только работать. Yes, sir. Все, слушай, что эти работы что ли уже начали? Нифига себе, красавчики. Ага. Это и не хватает, соответственно, сидит. Эти что? Эти работают. Эти как не в себя фигачат. Тут еще и четвертого можно нанимать. Вон посетитель к нам пришел, денежку принес, красота, живем. Живем с вами. Угу. Слушай, ну вот мы с тобой более-менее сейчас все поднастроили. Сейчас вот сюда вот. У нас сколько с тобой тут? Троих, да? То есть я предлагаю сейчас сюда нанять одного. Этого сейчас уволим отсюда, к херам. I really can't get away from here right now. И наймем сюда еще одного. Пускай он уже бегает, собирает. А этот пускай делает. Или наоборот, лучше не, пускай вот это делает. А вот это собирает. Потому что это опыта побольше. Так что пускай лучше она делает, побыстрее будет делаться. А эти вдвоем бегают для нее, собирают. Пока как-то так. Сейчас наш балбес прибежит, мы с ним... Сходим в избу. Религия, дипломатика. Надо-ка нам с тобой сделать будет этот. Не, на рынок мы тебя отправлять не будем. Мы сейчас сделаем с тобой цветы и мочалку. И пойдем с кем-нибудь да познакомимся. Интересно, как тут сделать? Посмотреть. А, мы сейчас разберемся. Что нам 25 уже? Прям самое то. Так. Так, мочалку сделаем. Две. И этих две. Ну чё, он ничего не делает?
Anything wrong? И что ты не делаешь? Не, ну ты делай давай. Чё он не делает-то? А, это предметы. Понял. Да, хер с ним. Давай по два поставим. А действия вот они ниже. Слушай, а чё он, почему он их не хочет делать? Чё-то я вкурить не могу. Почему он их не делает? А, вот, все. А, подожди, стоять. Нет, не то. Все-таки это не то. Это религия. Вот, слушай, я же ему даю задание. Почему он не фигачит? Иди, ебаш. А почему ты не могу ему ни одно задание дать? А, погоди, идиот, блядь, вот же как это делается. Ой, Алёша, блядь, я думаю, тыкаю, думаю, что за херня, блядь. Слушай, нам 26 уже успело когда-то стать. Давай-ка бегом, делай все это дело. Пока мы с тобой не подохли раньше времени, бля. Так, все, давай цветочки делаешь и прям валим с тобой, как не в себя. Красавчик, делай. Can't get away from here right now. А, все. Стоять. Давай-ка тебя уволим. Все, пошли из дома. Yes. That won't take long. Сейчас я посмотрю, кто тут, что тут. Вот, давай вот этот воткнем. Так, сейчас секундочку и сюда добегу. Посмотрю, что у нас здесь. Лавка расширения. Давай еще одного работника сразу приобретем. И дадим ему задание. Нанять работника, нанять. Подтвердить. Че у нас тут с тобой? 13 штук есть, 60, да? 22. Ну, пускай пока делают. Сейчас, с другой стороны, надо тебе, наверное, дать это. Иди, лови. Так, наверное, профитнее будет. Так, вернемся к тебе. Here I am. Не в браке, горожанка. What is it? Слушай, ну,
Давай попробуем. Will do. Давай, ты пока беги. А мы здесь посмотрим. Тут 22 у нас. Здесь 60. Слушай, ну здесь... Где вот сейчас вот она? Блин, ну пускай чуть-чуть подрастет. Сейчас вот она чуть подрастет, тогда в южный район. В принципе, это вот у нас тут. По-моему, да? А, это у нас Брикстон. Южный район, это значит там. I am... not now, please. К сожалению, но нет. Так, кто там еще у нас есть? No pain, no gain. You wanted to talk to me. Ладно. Ну, не повезло бывает, че. What's up? Ага. Давай еще раз попробуем. Горожанка, горожанка, простолюдинка. Слушай, ну с простолюдинкой, наверное, проще будет. Простолюдинка. Слушай, ну а чё бы и нет, можно в принципе и здесь. 23. Давай вот и с ней попробуем. А чё бы нет, да? Почему бы и нет с другой стороны? Южный район до сих пор. I'm not now, please. I'm a bit busy right now. My lady, I would love to spend more time in your captivating presence. Perhaps another time. I'm a bit busy right now. I am the master. Yes. Good. You wanted to talk to me. Слушай, знаешь, как надо сделать? Надо вот что нам сделать. Я, балбес, забыл про это. The Guild of Merchants has something to announce. Слушай, погнали-ка домой. Yes. Вымоемся для начала. Мне кажется, из-за этого нам постоянно с тобой отказывают. Погнали-ка домой. Блин, зараза. Что-то вообще прям мало. Охренеть, вообще пятак. А, стоять, не на то посмотрел. 20 Челмсфорд. Слушай, ну тут еще куда ни шло. Тут 20-шечку. Маловато, бля. Так, ты где там? Дома ты? Дома, да, ты? Как мне сделать так, чтобы ты помылся? Now. Home time. No pain, no gain. Let me know your plans for securing the reign of our dynasty over this tract of land and beyond. Так, стоять. Как нам посмотреть, что у нас с тобой? Yes? Дипломатия, династия.
Не то. Блин, потушить пожар, а где помыться? Что-то я вкурить не могу. I'm hurrying. Да не надо на рынок, погоди. I can't. Yes, sir. Иди-ка обратно в избу. Yes, sir. Сейчас мы с тобой разберемся, погоди. Good. Так. Вот как это делается. Да, вот как это делается. Вот сейчас совсем все по-другому должно пойти. Сейчас на их харизма и опыт сразу поднялись. Yes, вот теперь погнали. Вот теперь погнали. Горожанка, горожанка, простолюдинка 27. Горожанка, ну простолюдинка. Yes? Слушай, yeah, что ты себя представляешь? Yeah. Да чё, давай, почему бы нет? Of course. My lady, I would love to spend more time in your captivating presence. Perhaps another time. Чё-то я не понимаю. Так вот. Now? А если мы сделаем вот так? Yes, here I am. I am the master. Что-то не прокатывает у нас пока с тобою. Ладно, давай еще попробуем. Уж-то я надеюсь, уже не будет точно. Yes. An employee has reached a new professional level. Yes. Will do. Давай попробуем так. Может, с этой что получится у нас? Слушай, ну что-то вот вроде выходит. Yes, sir. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну что-то вроде получается. Сейчас, сейчас, погоди-ка, погоди-ка. Беги-ка за ней. Yes. Yes. Слушай, это, кажется, сложнее, чем я думал. Да что ты, блядь? I am the master. Yes, sir. Your family is a real blessing for this city.
and employ has reached a new professional level. Oh, to what do I owe the honor? No pain, no gain. Of course. Good. Potatoes. Давай попробуем еще. Are they edible? I am pretty hungry right now. Garb you have on. You flatter me. You know how to dress. Thank you very much. Yes, dearest. I am the master. Yes. Давай-ка попробуем, может, сейчас пойдет. Слушай, смотри, точно, есть такое дело. Давай. Блин, красота, смотри, смогли. My heart can barely contain my excitement. You are my one, my love. I want to marry you with a ceremony in a church. Все, побежал. Побежал наш красавчик. Слушай, ну это совсем другой разговор теперь пойдет, блин. Нам, конечно, с тобой прям надо. И займемся тогда нашим делом. А пока оно, конечно, простаивает без нас. Сейчас надо все автоматизировать вообще, если честно, чтобы там все само продавалось. What can Mother Church do for you today? So be it. A wedding is taking place. Все, бежит, 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 бежит. We are gathered together today to... And you? Do you yes. wish to take this woman to be your... And you? Do you wish to take this yes. man to be your lawfully wedded... So be it. So be it. That is very unfortunate. I hereby declare you man and wife. You may now kiss the bride. Все, красота. Here I am. She's on toast. Yes. Certainly. Слушай, а как их отправить детей делать? Не то. Вот что. Все, пускай. Пускай бегут. Пускай бегут. Бегут, бегут. Так, где мы? Стоять. Что-то я совсем потерялся. Да что ж ты, еще это смотреть все надо. Ага, все, пускай там мутит, крутит, вертит. I can't help right now. Так, все, вкурил я. Вот так мне надо сделать. Так попривычнее нам с тобой будет. Someone is expecting a baby. Это хорошо. I'm thirsty.
Так, слушай, тут у нас, смотри, уже на южный район, конечно, блядь, под Вацахи. Ну ладно. Давай наймем перевозчика. Подтвердить, он спит. Вот это тебе 40. Ready. Nearly there already. И как тебе дать задание? Так, создать маршрут. Южный рынок. Нет, не Брикстон. Южный район. Так, а мы в какой с тобой? Ухмыляющийся рыбак. Из нее... О, лето 10-го года уже. Так, сейчас сохранение у нас с тобой пройдет. Так, Александр Байрон. Да пускай Байрон будет, а чё? Слушайте, ну неплохие статы уже. Молодец. Так, и куда понесет? И понесешь ты на южный рынок. Так, погоди-ка. Все сохрани. Да. Да. Все, тащитесь. Так, ты на южный рынок понесешь сейчас. Здесь у нас что, где? Где здесь? Здесь Чемсфорд. Чемсфорд. Ладно, это мы сами сносим. Не все же это. Так, где ты? Дуй-ка сюда. Жена, подтвердить. Do you want to trade? Home time? What's that? You wanted to talk to me? Of course. Potatoes will do. Давай, давай, дуй. Сейчас мы тут с тобой разберемся, посмотрим, что у нас на том. I'm busy. Блин, целые цепочки надо выстраивать, чтобы тут все нормально работало. Пусть по деньгам с тобой уже проседать начинаем, поэтому надо весь товар продавать. Прямо продавать. Блять, надо его сейчас на рынке будет скинуть. Так, иди к себе. Домой обратно, дуй. Yes. Как у тебя, блядь? Ладно, сейчас ты придешь. Все, беги. Yep. Will do. Certainly. У нас, кстати, сразу с тобой сын родился, наследник. Yes. Так что я думаю, что неплохо. Надо будет, наверное, сейчас еще одного забабашить. Вообще шикарно будет. Нам с тобой уже 27. Серия, кстати, тоже подходит к концу. Давай-ка мы с тобой еще 20-шечку сделаем. I'm hurrying. Так, погоди-ка, не... Куда? Чемсфорд. Yep. Так, понимаю, что это вот сюда, да? Will do. Дуй-ка. Блин, так много всего продавать надо. At your service. Давай-ка ты тоже-ка. Yes. Поможешь-ка нам.
3 o'clock in the morning, and all is well. Yes, sir. Давай, 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 давай. Грейтрон. Интересное имя у тебя. Блять. Мейдстон. Это Тауэр. Yes, sir. Ну, погнали-то на Тауэр, сейчас все это дело попродаем. That won't take long. Давай, как подойдешь, скажешь. Not now, please. A member of your family is inebriated. Че он делал? Я так что-то и не понял, бля. Yes. Will do. Yes, sir. Will do. Тебе аж сюда надо бежать. Куда ты, блядь, бежал, Алёша? Балбес, бля. I really can't get away так, from ты, надеюсь, now. Бежишь, да? Сейчас мы все попродаем и на серию на этом с тобой подзакончим. Такие у нас дела с тобой. Да, Южный. Really так, этот балбес тоже, да, бежит? I'm busy. И ты бежишь. Все бегут. Может, все это дело продавать надо? Так, а пока вы бежите, я посмотрю, что у нас здесь с продажами. Слушай, ну окунь ловится, смотри, это тоже делать, тут тоже надо. Тоже надо, Южный район 20-шечка, а на Мейдстоне сколько все дело стоит. Так. Угу. 14 всего лишь. Не вариант, надо будет цепочку сделать, чтобы на Мейсон тоже уносил. Так, стоять, нам же этих надо проконтролировать. I'm busy. Ты еще I'm бежишь. I really, I'm not now, please. Так, давай, продавай все это дело. Слушай, ну так-то неплохо, смотри, сколько подзаработали с тобой. Все, теперь обратно дуем. Home time. I'm hurrying. That won't take long. I am the home time. Так, ты здесь, What's да? That? Подтвердить. What's так, that? Ты знаешь, куда беги? Ты беги вот сюда. Good. Can't help right. I'm not now, а ты сюда. Сейчас пока будем так с тобой. Так, это что у нас работает, нет? Это что? Это работает. Едет торговый маршрут. Все правильно, на южный... Слушай, а бля, у ней куда? А у ней куда стоит? А, слушай, у ней на южный стоит, все верно. Все верно. На южный стоит, так. Нам что с тобой надо? Нам надо с тобой вот это прокачать. Вот это прокачать. Начать новые товары, да, делать? Вот это начать делать. Так, это из чего? Из щуки и окуня. Получается, что одному мы сейчас дадим на щуку. Потом еще одного сюда наймем. И начнем делать. А вот ты фигачь пока вот это. Так, склад, лавка, лавка, лавка. Давай-ка копчененького подубаем. Слушай, а тут что, по 5 можно выкладывать? Ну, пускай это по 5 и выкладывается. И здесь то же самое, да, можно? I'm hungry. Так. An employee has reached a new professional level. Так, давай тебе вот это делать, а тебе вот это ловить.
Так, и здесь то же самое. Ага. Все, давай, пока вот в такой какой-то манере будем с тобой работать. Here I am. Of course. Так, друг мой, ну, чё я, давай, думаю, мы с тобой на этом закончим. Мы с тобой уже подженились. Третье производство у нас с тобой вовсю работает. В общем, потихоньку, сейчас с тобой будем дальше развиваться, но это уже в следующей серии, поэтому давай на стол пока воткнём. Стоять, пускай в стандарте, я понял, так не работает. В общем, с тобой был Александр Амарок, это Гильдия 3, мы с тобой продолжаем играть. Ну, а увидимся, когда увидимся. Всем пока-пока.